Есть город, что живет в сердцах и памяти людей, которые возвели его. Ни один город не подвергался столь систематическим грабежам и уничтожению. Этническая панорама этого города неоднократно изменялась в течение последних 200 лет. Однако в городе, который, как утверждают армянские авторы, древнее Рима, на сегодняшний день не осталось ни одного историко-архитектурного памятника, имеющего возраст более 200 лет, за исключением одной единственной мечети. Местное тюрко-мусульманское население, создавшее этот город, впоследствии было подвергнуто этнической чистке. Однако стереть историческую правду из народной памяти, из книг по истории, из табло и картин художников невозможно. Невозможно предать забвению этот город. Потому что этот город – один из центров древней культуры Азербайджана. Эревань. Сокрытые истины. Представьте себе шумный восточный город с плодородными землями, полноводными реками, с мечетями и базарами, населенный трудолюбивыми людьми. Азербайджанский город, славящийся своим гостеприимством и богатством. Город Еревань расположен в северо-восточной части долины Агры, называемой ныне Араратская долина, на высоте примерно 900-1000 метров над уровнем моря. В средневековых источниках название этого города упоминается как Реван, Ереван, Еревань. В 1827 году, после того, как Ереванское ханство было захвачено войсками Российской империи, название города было записано как Еревань, и только в 1936 году город был назван Ереваном. В различные периоды территория, на которой был расположен Еревань, входила в состав таких государств, как Ур-Арту, государство Сасанидов, арабский халифат, государство Саджидов, Шидадидов, Сельджуков, Эльданизов, Ильханидов, Теймуридов, Карако-Юнлу, Акко-Юнлу, Сифивидов, Афшаров, Гаджаров и в состав Российской империи. После падения Российской империи, постановлением Национального совета Азербайджана от 29 мая 1918 года город Еревань уступили армянам в качестве столицы. Ряд армянских историков связывает название современного Еревана с названием крепости Ирбуни, основанной в 782 году до нашей эры во времена правления царя Ур-Арту Аргиштия I. Они утверждают, что крепость Ирбуни относится к материальному наследию армянского народа. Однако из надписи на надгробной плите, обнаруженной в крепости Ирбуни, очевидно, что Ирбуни был построен на северо-восточных окраинах царства Ур-Арту не как город, а как крепость военно-оборонительного характера в честь богини-нимфы Ирбуни. В надписи на надгробной плите, найденной в крепости Ирбуни, построенной близ современного Еревана, не упоминается ни хайи, ни современный армянский народ. Из михейских надписей, относящихся к эпохе Ур-Арту, известно, что в первой четверти 8 века до нашей эры, до захвата долины Агры урартийцами, эта территория называлась страной народа Аза. Французский ученый Ленорман, изучающий во второй половине 19 века этническое происхождение и язык населения Ур-Арту, и немецкий языковед и армяновед Мортман доказали, что язык и культура Ур-Арту не имеют никакого отношения к современным армянам. В течение примерно 1200 лет от падения царства Ур-Арту до установления господства арабского халифата ни в одном источнике не упоминается название населенного пункта под названием Еревань.
В период халифата управление областями Южного Кавказа возлагалось, как правило, на тюрков. Большинство средневековых арабских источников также не дают никаких сведений об Ереване. Армянский писатель Хачатур Абавян пишет, что до начала 8 века армянские писатели нигде не упоминают название города Еревань. Считая абсурдным предположение, что название Еревань происходит от имени армянского царя Ерванда или связано с именем пророка Ноя, Абавян пишет, что этот город известен с 1441 года, то есть с периода правления правителя Каракоюнлу Джаханшаха, и с тех пор до захвата Российской империи в 1827 году Еревань неоднократно захватывали то иранцы, то турки. Каждое утро звуки азана, доносящиеся с минаретов мечетей, будили Еревань. Пробуждающийся ото сна Еревань распахивал настежь двери и ворота к караванам, купцам, ханам. Французский путешественник Жан Шарден в своем произведении «Путешествие из Парижа в Исфахан» подробно описал увиденное им в Ереване в 1673 году. Он пишет, что в Ереванской крепости, состоящей примерно из 800 домов, живут только кызылбаши. В своем произведении «Путешествие в Персию и Восточную Индию», изданном в начале 18 века в Нюрнберге, немецкий путешественник Франц Каспар Шиллингер отмечал, что в пределах города Еревань живут только азербайджанцы. Армянский миссионер Исраэль Ори в своем письме Петру I, написанному 25 июля 1701 года, отмечал, что в городе Еревань проживает чуть больше 300 человек армянской национальности, занимающихся торговлей. Путешественники, летописцы, ученые, художники, поэты, посетив Еревань, описывали этот город в своих произведениях. Известные путешественники и исследователи Жан Тавернье, Жан Шарден, Джеймс Мориер, Дюбуа де Монпелье, Эвлия Челеби, графиня Прасковья Уварова, Генри Линч, академик Николай Мар и другие в своих произведениях описывали ханский дворец, его зеркальный салон, бассейны и бани. Большая часть фотографий, снятых в Ереване известным русским фотографом Дмитрием Ермаковым в 80-90-х годах 19 века, хранится в настоящее время в фонде Ермакова Государственного музея Грузии и в Государственном музее искусств Грузии. Часть фотографий, снятых в 1897 году в Ереване немецким историком, искусствоведом и археологом Фридрихом Сареном, в настоящее время хранится в отделении исламского искусства Государственного музея в Берлине. Существует достаточно сведений о десятках деятелей культуры и науки, родившихся в Ереване и создавших свои произведения в зарубежных странах под псевдонимом Еревани. Произведение «Польза мудрости», родившегося в 18 веке в городе Еревань, видного азербайджанского врача и ученого Гаджи Сулейман Гаджара Еревани, написанное им на персидском языке, снискало громкую славу не только в Азербайджане, но также в Иране и Средней Азии. Эта книга была средневековой фармацевтической энциклопедией. В ней повествовалось о лечебных свойствах тысяч местных лекарственных растений, пищевых продуктов и минералов. В XIX веке прогрессивные традиции художественного творчества Западной Европы и России оказали непосредственное влияние и на творчество азербайджанских художников. Это влияние нашло отражение и в творчестве ярчайшего представителя плеяды художников XIX века Мирзы Гадима Еревани, родившегося в 1825 году в Ереване. Мирза Гадим считается основоположником азербайджанской станковой живописи. Его произведения выставлены в государственных музеях искусств Азербайджана и Грузии и в Санкт-Петербурге в Эрмитаже.
Русский историк-статистик Иван Шопен писал, что подавляющее большинство молодежи в Ереване пересказывало наизусть произведения Рудеки, Фирдоуси, Энвари, Низами, Джами, Хафиза, Саади и прочих известных поэтов Востока. Все это свидетельствует о том, что город Еревань действительно был в те времена одним из развитых научных и культурных центров Азербайджана. Единственный экземпляр рукописи «Диван Гусейн-Али-хана», составленный в 1782 году в период правления реванского хана Гусейн-Али-хана, хранится в настоящее время в Государственном музее Армении. Большинство ценных рукописей и произведений, принадлежащих богатой литературной среде, сформировавшейся в городе Еревань, хранившихся в мечетях и медресе, были утеряны или уничтожены во время сражений при взятии крепости Еревань и в результате неоднократных выселений местного тюрко-мусульманского населения из их родных мест, или, как писал армянский историк Тадевос Хакапьян, ценные азербайджанские рукописи были собраны и изъяты из мечети Еревани и сданы в фонд рукописей Эчмиадзинской церкви. Эти рукописи и сегодня хранятся в этом фонде, сокрытые от научной общественности. Богатство и поэтичность азербайджанского языка стали причиной того, что писали и создавали произведения на этом языке и немногочисленные армяне, жившие в то время на территории Ереванского ханства. Армянский писатель Абавян об армянах, проживавших в Ереване, писал: «Тюркский язык знают даже женщины и дети, поэтому вполне естественно, что в народе люди с врожденным поэтическим даром создают поэтические произведения на тюркском, то есть на азербайджанском языке». Еще во второй половине 17 века французскому путешественнику Жану Шардену, побывавшему в Ереване и гостившему в ереванской резиденции Чухур-Саадского беглярбегства, было показано представление из трех частей. Это представление оставило у Шардена столь приятное впечатление, что он назвал его «Оперой Востока». Покорив город Еревань в 1501 году, основатель Севефитского государства шах Исмаил Хатаи поручил своему полководцу Ревангулу хану построить крепость на местности, имеющей стратегическое значение, на берегу реки Зенги. Известный тюркский путешественник-географ Эвлия Челеби относит возникновение Еревани как населенного пункта к началу 15 века и рассказывает о том, что один из купцов эмира Теймура, купец Хаджа-хан Лехиджани, ступив на плодородные ереванские земли, решил навеки поселиться здесь вместе со своей семьей. Эвлия Челеби также пишет, что правитель государства Севефидов Шах Исмаил дал указание Ревангулу хану о возведении здесь крепости, которая была построена в течение 7 лет и названа Реван. Крепость, раскинувшаяся на 850 метров в длину и на 790 метров в ширину, охватывающая примерно 7 гектаров территории, имела квадратную форму. Крепость имела 3 входа. На юге – Тибризские ворота. На севере – Ширванские, положенные на стратегической местности, имел для Российской империи чрезвычайно важное значение. В 1804 и 1808 годах попытки русских войск захватить крепость завершились неудачей. В течение более чем 20 лет Ереванская крепость выдерживала беспрерывные атаки русских войск. И лишь 1 октября 1827 года, после того, как армяне сообщили русскому командованию места проходов в крепостных стенах, крепость была схвачена российскими войсками. Взятие Ереванской крепости отпраздновали в Петербурге. По этому случаю даже состоялся официальный смотр войскам. За особые заслуги при взятии Ереванской крепости генералу Ивану Паскевичу был пожалован титул графа Ереванского. На картине «Штурм Ереванской крепости» художника-академика Владимира Машкова, бывшего свидетелем штурма Ереванской крепости русскими войсками, изображена артиллерийская атака русских войск с северо-запада. Панораму взятия Ереванской крепости изобразил и другой русский художник-баталист, академик Франс Рубо. Это произведение в настоящее время хранится в Музее истории Армении. Указом императора Николая I были учреждены медали за взятие Ереванской крепости.
Одна из этих медалей была изготовлена в 1827 году в Тебризе, другая в 1829 году в Санкт-Петербурге. На медалях, кроме слов «За взятие Еревани», выбита картина взятия крепости войсками Российской империи. На другой медали, изготовленной по случаю заключения с Ираном мирного договора в 1828 году, изображен древний азербайджанский город Еревань с куполами и минаретами мечети. В 1864 году Ереванская крепость перестала использоваться в качестве военно-оборонительной крепости, а в 1865 году, выкупив часть территории крепости, армянский купец Мирсе Стахирян построил здесь коньячный завод. Коньячный завод и площадь, называемая сегодня «Площадь России», находятся на исторической территории Ереванской крепости. Часть крепостных стен продолжала существовать до конца Второй мировой войны. В настоящее время от величественной крепости не осталось никаких следов. Дворец Сардара, или Ханский дворец, считающийся одним из уникальных архитектурных жемчужин Востока, был воздвигнут ереванским сердаром Эмергюне хан Гаджаром в 1760-1770 годах, был усовершенствован правителем ереванского ханства Гусейн-Али ханом. В 1791 году сын Гусейн-Али хана Мухаммед хан построил зеркальный салон дворца и летний павильон. Из французских путешественников Жан Тавернье и Жан Шарден, находясь в городе Еревань, создали его графические изображения. Будучи в Ереване в 1817 году, военный немецкого происхождения Мориц фон Кодзебуе, рассказывая о летнем павильоне в ханском саду, писал, что в центре павильона был сооружен мраморный бассейн с фонтаном, и звуки, издаваемые маленькими колокольчиками, подвешенными над струйками воды, ласкали слух хана. Немного спустя, после захвата Ереванской крепости войсками Российской империи, русские офицеры поставили в зеркальном салоне дворца пьесу Александра Грибоедова «Горе от ума». В 1837 году император Николай I посетил Еревань, переночевал в ханском дворце и написал свое имя на стене комнаты, в которой провел ночь. В исторической литературе упоминаются названия 15 мечетей в городе Еревань. Синяя мечеть, мечеть Сардара, мечеть Шах-Аббаса, мечеть Тепебаши, мечеть Залхана, мечеть Сертипхана, мечеть Демирбулак, мечеть Гаджи Джафарбека, мечеть Реджеп Паши, мечеть Мухаммед Сертипхана, мечеть Гаджи Инама и другие. Минареты этих мечетей возвышались над городом, издалека сообщая путникам, что Еревань является мусульманским городом. Французский геолог и археолог, натуралист Фредерик Дюбуа де Монперье в своем произведении «Путешествие вокруг Кавказа», изданном в 1839 году в Париже, подробно описал Ереванскую крепость и синюю мечеть. В начале 20 века в Ереване, в Демирбулакском массиве, где в свое время проживали только азербайджанцы и которые ныне армяне называют Каран-Китак, существовали три мечети. Две мечети, мечеть Гаджи Наврузбека и мечеть Гаджи Джафарбека, в 1930 году были снесены по указанию руководства Армянской ССР в целях претворения в жизнь нового генерального плана города Еревань. А мечеть Демирбулак, расположенная недалеко от моста через реку Гидяр, была сожжена армянами в 1988 году. Исследователь Томас де Вааль пишет, что в 1990 году армяне, распространив слухи о том, что азербайджанцы будто бы разрушили армянскую церковь в Баку,
в течение 3 дней сравняли с землей Демирбулакскую мечеть. Тогда как единственная армянская церковь в Баку и сегодня находится под охраной государства, как историко-архитектурный памятник. В 2014 году в Ереване в течение одной ночи были разрушены также небольшие остатки мечети Сердара, которые вы видите на экране. Теперь на этой территории построен многоэтажный жилой комплекс. В связи с тем, что город Еревань был расположен на пересечении караванных путей, здесь было множество караван-сараев и торговых площадей. В начале 19 века в Ереване было 8 караван-сараев и 851 торговый ларек. По описаниям Ивана Шопена, в центральной части была расположена большая площадь. Остальные площади назывались Ханский сад, Залхан, Гусейн-Али-хан, Фихле, Базары, Мейданы. А территория, на которой было расположено имение знаменитого ереванского богача Панах-хана Макинского, до недавнего прошлого называлась площадью Панах-хана. В Ереване действовало 10 бань, построенных в стиле восточной архитектуры. Городская баня, баня Залхана, баня Шейхулислама, баня Мехтибека, баня Типибаши, баня Гаджибиим, баня Гаджиали, баня Гаджифатали, баня Керимбека и баня Гасанали. В городе Ереване и его окрестностях было 1473 сада, 772 из которых находились в пределах города. Слава таких садов, как сад Сердара, сады Дельмья, была распространена далеко за пределами Еревани. С плоскогорья Гырхбулак в город была проведена питьевая вода. Благодаря оросительным каналам, протянутым с рек Зянги и Гидяр, Еревань превратился в край садов и парков. Ереванские земли давали 2-3 урожая в год. Плоды ереванских садов в высушенном виде экспортировались в Европу. До захвата русскими войсками в городе Еревань проживало примерно 20 тысяч человек. Приблизительно 1/5 часть населения Еревани составляли армяне, которые проживали в окрестностях города. Для того, чтобы захватить новые территории к югу от границ империи, России необходимо было создать на Южном Кавказе опорную зону, состоящую из христианского населения. Массовое переселение армян, проживающих на территории Ирана и Османской империи, в Ереванское, Нахчеванское и Карабахское ханство, осуществляемое на основании Туркменчайского договора 1828 года и Эдернинского договора 1829 года, также служило вышеуказанной идее. Для направления армянских переселенцев из Ирана в город Еревань командующий русскими войсками генерал Иван Паскевич дал конкретные поручения. 377 семей из числа армянских переселенцев были размещены в городе Еревань. Несмотря на массовые переселения, в 1831 году в этническом составе населения, проживающего в городе Еревань, численный перевес принадлежал азербайджанским тюркам. Численность азербайджанцев в городе составляла 7331 человек, армян – 4484 человека, прочих народов – 105 человек. Однако в последующие годы, в результате политики национального разобщения народов, проводимой Российской империей против азербайджанцев, демографическое положение в городе постепенно изменилось в пользу армян. Культурное наследие азербайджанцев в Ереване умышленно уничтожалось армянами. Даже вопрос сохранения дворца Сердара в Ереване обсуждался в 1910 и 1912 годах на собраниях Российской императорской археологической комиссии. Комиссия постановила, чтобы известный востоковед Николай Мар провел технический осмотр дворца.
В своем отзыве о результатах осмотра дворца Сердара Николай Мар отмечал, что в разрушении дворца, наряду с землетрясениями и прочими естественными процессами, сыграл свою роль и человеческий фактор, то есть деятельность армян. Искусствовед доктор Наталья Миклашевская писала, что после разрушения дворца Сердара в 1914 году с его стен были сорваны портреты кисти Мирзы Гадима Еревани, изданы в военно-исторический музей в Тбилиси. В 1928 году был демонтирован большой зал мечети Залхана, а на его месте построен отель «Ереван». Этот отель в настоящее время называется «Роял Тулип». В последнее время на площади республики в Ереване ведутся археологические раскопки, и обнаруженные при этом образцы материального наследия азербайджанцев серьезно беспокоят официальных лиц Армении. По этой причине археологические раскопки были прекращены, а раскопанная территория была покрыта щебнем. Девятого мая 1918 года, столкнувшись с внешнеполитическим давлением, Азербайджанский национальный совет вынужден был уступить город Еревань армянам в качестве их столицы. Тем самым на азербайджанской земле, на территории бывшего Ереванского ханства, было создано первое армянское государство. В начале 20 века в городе проживало примерно 12 500 азербайджанцев. К ноябрю 1920 года из полумиллионного азербайджанского населения, проживающего в Армянской ССР, осталось примерно 10 тысяч человек. В 1922 году в городе Еревань оставалось всего 5124 азербайджанца. В 1959 году в Ереване оставалось всего 3413 азербайджанцев. В 1988 году, окончательно депортировав азербайджанцев из Еревана, так же как и из других территорий Армении, правительство Армении завершило этническую чистку азербайджанцев на этой территории. На сегодняшний день от исторического облика города Еревань, являющегося древним азербайджанским краем, не осталось и следа. Ереванская крепость уничтожена вместе с ее историко-архитектурными памятниками. В городе Еревань стерты все следы материально-культурного наследия азербайджанцев. Уничтожена азербайджанская этническая принадлежность города. В результате актов вандализма, осуществляемых армянами, исторический тюрко-мусульманский город превращен в моноэтнический армянский город. В этом фильме вы увидели город, который был построен азербайджанцами. Восточный город с мечетями, базарами, караван-сараями, садами, дворцами, с богатым материально-духовным наследием. Уничтожить и стереть его из памяти людей невозможно, так же, как невозможно предать его забвению. Потому что этот город – один из древних культурных центров Азербайджана. Еревань.